Всем еще раз привет, дорогие друзья. Вы, может быть, знаете по себе, что когда болеешь, хочется чего-нибудь такого эдакого, чего-нибудь такого вкусненького, чего-нибудь, ну, такого вот. И мне вот захотелось жареной картошки. И я думаю, приготовлю-ка я картошку фри. Да? А почему бы нет? Да, нам двоим-то сколько надо? Вот почистила картошку, и то, наверное, много. Вот. Но сколько будет? Погнали. Делается все это очень просто. В общем, много есть способов. Там какие-то есть заумные. Там можно посыпать крахмалом. Можно ее два раза жарить. Ну, это все не для меня. Все у меня просто. У меня где-то есть в сарае, там висит она, вот эта штучка, которая режет картошку такими брусочками. Ну, мне не хочется за ней идти. Тут, боже мой, 5 картошин. Поэтому я порежу просто так вот сама ножичком. Ниже. Тем более картошки немного и ничего сложного в этом нет, да? Поехали, режем. Мы порезали, теперь нам ее надо замочить минут на 10 в холодной воде. Надо добавить. Вот, я немножко промыла и замочила. Пускай постоит 10 минут. Все, а мы пока убираемся. Приготовим сковородочку, масло. Ну что, у меня постояло даже больше минут 20, наверное. Потому что там у меня были кое-какие дела. За время болезни накопились дела. Там подтереть, там подмести, там, ну, сами понимаете, как. Да. Вот так вот. Надо хорошенечко обсушить, чтобы были сухенькие. Сейчас на полотенчик вот так вот переложу. Вот.
пускай просохнет. Вот так вот. Пускай просохнет. Она сейчас быстренько минут 10 и все, и подсохнет. Сковородку. И наливаем маслица. Маслица побольше надо. Пускай разогревается. Да я только выключила. 10 минут как-то. Горячая, мы ее присолим. Вот так. А пахнет, я слышу. Я слышу, ребята. Пахнет. Вкус еще не так ощущаю, а вот запах слышу, как пахнет картошка. Ура!
Вкусно? Тебе нравится? А еще соус макать вот так вот. Блин, не нельзя. Ай! Ай! Завтра съем. Ладно. Ребята, у меня дожаривается третья партия. Все жарится очень быстро. Буквально вот 10 минут все пережарила я. За три раза. Ну, как вкусно. Вот что-то где-то слышно. Но нет того полного вкуса. Ну и ладно, хоть немножко слышно. И то хорошо. Чуть-чуть есть обоняние, да, Лёша? Чуть-чуть. Ну, где-то попадает больше, где-то меньше. Она сейчас осыпется, это всё. Друзья, давно. Хорошо, молоко, ты можешь мне не заметить? Ну, а что нельзя молоко, да? Рука сама тянется, да, Лёша? Да. За картошенкой. Вещи. Вот бы селёдочки. Ай, вкусненькое такое. Что? Да. Так, все, выключаем. Молока. Лёша! Ложка есть. Что обедаем? Так, надо свет включить. Вот. Обедаем картошку фри. Супчик вот такой картофельный. Оно получается как первое и второе, да? Да. Да. Супчик куриный. Мы уже второй раз сварили. Вот. У Лешика вот салка на хлебушке. Супчик с курочкой. У меня ушки там он еще есть. Маринованные, картошка фри, соус, помидорчики, перчик. Вот. Все кушаем, да? Приятного аппетита. Спасибо. Нам, Лешек. Спасибо. Да, приятного аппетита. Спасибо. И всем, кто кушает. Да, вкусно? Ага. Надо шаурму сделать. Надо купить курочку и сделать шаурму, да? Ага. Я уже почувствовала в себе силы. Курицей. Да. Что? Ты делала? Ну, здрасте, мы же делали недавно шаурму. Ты что, не помнишь? Курицей, я. Ну, я помню, с курицей ел, мне понравилось. Вот, где-то брал. Я найду видео, покажу тебе. Да. Дома я делала шаурму. Ты что, Лешек, ну что ж с твоей памятью? Не так давно. В лаваше. Ну, не помнишь? Помню. Да не помнишь ты. Помню. Ай ты. Все, давай. Ладно. Все, будем кушать.